Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хочу показать вам свой заказ компании Avon, который я делала по 13 каталогу 2018 года. И, честно сказать, у меня не было желания просто снимать и показывать свой заказ вам. Очень, конечно, компания Avon опять в очередной раз подвела. Конечно, я обиды не держу, но осадок у меня такой какой-то остался. Я надеялась на одно, пришло другое. Ну ладно, не буду, в общем, задерживать. Начну показывать. Начну, как всегда, с клиентского заказа. По аутлету можно было заказать вот такие вот парфюмированные дезодоранты, спрей для тела Персив. 75 мл. Всего за 129 рублей 99 копеек. И сейчас, к счастью, компания Avon дает на аутлет 15% скидку, поэтому моя клиентка воспользовалась и заказала 5 штук таких вот спреев. Сразу скажу, конечно, я в какой-то момент даже пожалела, что я себе их не заказала. Очень они так красиво смотрятся, даже, в принципе, подарить их на подарок и оставить один себе. Такие милашки. Я уже даже не помню, когда в компании Avon были вот такие вот спреи, потому что раньше я всегда брала Incandescence и Persif. И вот сейчас как-то я не знаю, почему я себе не заказала, жалею. Но я думаю, конечно, приобрести за 97 рублей 49 копеек, это уже со скидкой, очень выгодно данную продукцию приобретать по аутлету. По интернет-распродаже было более чем выгодное предложение. Можно было заказать с огромной скидкой различные продукты из разных серий, там парфюмерия, уход за кожей и так далее, тому подобное. И, конечно, мои клиенты воспользовались и заказали вот такие вот шарики классического Incandescence. Очень любят эту водичку и, к сожалению, один шарик пришел бракованный. Смотрите, это дно. То есть получается, что водичка подтекает. И сейчас я увидела, что здесь такая в бутылочке какая-то испарина. В общем, конечно, нажимать я сейчас не буду. Но очень, конечно, это все расстроило. Как теперь отдавать это все клиентке, я не знаю. Честно вам скажу, походу придется оставлять себе. И это тоже меня очень сильно расстроило. Это было такое первое разочарование, которое меня просто, конечно, очень сильно расстроило. Хотя цена была не такая великая. Они стоили по интернет-распродаже 499 рублей. И со скидкой 23% обошлись мне в 344 рубля 99 копеек. Ладно, с этим я смирюсь. Ладно, что-нибудь придумаю. Ну, а теперь... еще было по интернет-распродаже уход за телом из серии NU. Просто предоставлялись настолько шикарные скидки. Я не смогла пройти мимо и заказала набор из 5 масок. Вот такая вот максимальная молодость масочки. Вы, наверное, все их знаете, уже многие пробовали. На них только положительные отзывы. Я сама уже неоднократно их покупала. Тем более я выполняю условия NU клуба, и при покупке 3 засчитывается, ну, как бы скажу, 1 балл, или как будто я приобрела полноценное одно средство. То есть получается, я все-таки взяла и воспользовалась, приобрела 2 наборчика. Очень люблю эти маски, взяла не только для себя, буду обязательно своим родственникам давать на тестирование. Ну, как вариант, конечно, кому-то подарить, кому-то просто дать потестировать. Но, в принципе, конечно, оставлю, наверное, большее количество для себя. Очень-очень классный эффект после первого применения. Идет такая максимальная прям подтяжка. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. 3 балла мне зачтется за 9 масок, здесь 10. Я рада этому, я факту рада. И обязательно буду делать второй заказ, посмотрю, может быть, закажу еще этих масок себе впрок. Ну а теперь переходим к подаркам, которые мне подарила компания Avon.
вернее, не подарила, а я за это за все заплатила 369 рублей, выполнив определенные условия. То есть это все не просто так, то есть мы тут выполняем условия. Кто, девчонки, участвуют в клубе, они знают, что надо в течение определенных кампаний, к примеру, с 6 по 12 было условие набрать, купить 7 полноразмерных средств и получить вот за 369 рублей набор из 4 средств. Ну, давайте теперь начнем, пойдем по порядку. То есть заказала я себе маску, вот такую вот, которая называется маска-пленка. Заказала я ее, в общем-то, при выполнении условий. Второй раз ее заказываю, и мне ее хватает, ну, наверное, месяца на два. Пользуюсь. Хорошая масочка, у нее такая прям мерцающая текстура. Не буду вам ее открывать, потому что, в общем-то, не хочется пока сейчас нарушать никакой, чтобы срок годности не пошел. Из парфюмерии мне здесь, в принципе, можно сказать, не понравилось, из женской парфюмерии не понравилось ничего. Пурбланка и Пульс — это очень дешево. Амуров у меня 3 или 4 штуки. Mesmerize Black у меня также есть. Я решила заказать вот такую туалетную водичку Destinations. В общем, вот такую вот зелененькую мужскую водичку. Вот так вот она выглядит. Не знаю тоже, куда она мне пойдет, либо на подарок, либо мужу, поэтому не буду пока открывать. В общем, нет у меня пока желания сейчас, куда, что вообще эту водичку. Но я думаю, что она будет хорошая, надеюсь на это. Также заказала я вот такой вот черный крем, можно было его заказать. И черный крем мне безумно нравится, качество невероятно крутое. Эти крема у меня берут хорошо клиенты, и сейчас я даже знаю, кому его пристроить, я знаю, кто у меня его заберет, поэтому черный крем тоже открывать я не буду. И последний продукт я заказала вот такую вот сыворотку, которая называется омоложение. Превосходство, сыворотка, масло 40 мл. Такая сыворотка мне уже приходила, и я в основном частенько эту сыворотку как раз и заказываю. Я, честно скажу, практически всегда только ради нее выполняю все условия, потому что она всегда дорогая в каталоге. Но компания Avon сделали просто неравноценную замену и прислали мне сыворотку, омолаживающую максимальную молодость, вот эту сыворотку. А вот ее все хвалят, но я ее не очень люблю, потому что, ну, как-то, не знаю, я люблю что-то такое. В основном эти сыворотки я, бывает, сама пользуюсь, и кому-то на подарок. Эту сыворотку у меня не любят клиенты, я сама ее не очень сильно долюбливаю, потому что вместе с этой сывороткой нужно использовать какой-то мощный крем, а хочется чего-то легкого и, конечно, просто неравноценная замена, просто разочарование, нет никакого настроения. Не знаю, не хочется ничего абсолютно. Не знаю, что вам сказать. Я понимаю, кому нужны эти проблемы слушать, но я снимаю для своих зрителей, которые меня смотрят, которые всегда меня поддерживают. Я, девчонки, сразу хочу вам сказать спасибо, вы меня всегда поддерживаете. Ну, в общем, замена неравносильна. Мне вообще эта сыворотка не нужна. Компания Avon могла спросить, нужна мне эта сыворотка, не нужна. Могли прислать не в следующее, а когда появится на складе. То есть они не посчитали даже нужным элементарно написать клиенту, как всякую ерунду отправляют, всякую, не знаю, мне там спам. Просто идет пачками на Viber, присылают постоянно какую-то непонятную рекламу последнее время. А если уже говорить о том, что какие-то решить вопросы, то, к сожалению, вы ах. Но я на компанию Avon зла не держу, потому что все-таки компания Avon очень щедрая, и я все-таки надо, наверное, входить в положение. Вот такая вот еще магия гиалурона сыворотка для волос. Кстати, мне она вообще не понравилась, не хочу даже ей пользоваться. Макулатура, как всегда, ну, каталоги, там, фокусы, все это, ну, как обычно.
Ну, в общем, вот такой у меня был не очень большой заказ. Всех хочу просто сейчас поблагодарить за внимание. Всем вам пожелать удачи и до новых встреч. Пока-пока.